Добрый вечер, любители хоккея, наши уважаемые зрители. Сегодня шестым матчем продолжается турнир ледяной хоккейной лиги города Эвы. Встречается команда «Буря» в черном и команда «КСК» в белом. Огласим составы команд. Команда «Буря» – воротарь Садатский Вадим, номер первый. Макаров Илья, капитан, номер два. Елькин Юрий Азиз, номер 14. Воротников Александр, номер 18. Зизганов Александр, номер 19. Гудко Олег, номер 13. Верховцев Илья, номер 10. Тарабушин Владислав, номер 9. И Пономарев Дмитрий, ассистент капитана, номер 11. Команда, состав команды КСК. Астраханов Алексей, капитан, номер 5. Бугров Виталий, номер 11. Григорьев Анатолий, номер 3. Гуляев Юрий, номер 19. Каушан Яков, номер 23. Каширин Роман, номер 82. Кершман Сергей, номер 12. Кузнецов Дмитрий, номер 81. Носков Александр, номер 17. Салатов Михаил, номер 99. Сельков Юрий, президент капитана, номер 10. Синин Олег, номер 88. Сорватчев Владимир, воротарь, номер 1. Старцев Игорь, номер 2. Тышок Владимир, номер 7. Хомяков Александр, номер 37. Яковлев Андрей, 77 номер. И Калманский Никита, номер 9. Ждем стартового свистка. Сегодня на комментаторском мостике Дмитрий и Роман. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Дмитрий. Что вы ждете от этой игры? Команды хорошие, обе. Думаю, жарко будет на льду сегодня. Сегодня будет очень упорный матч. Все, стартовый свисток. Шайба у команды «Буря». Сразу же завладели шайбой команды «ЦСКА». Нет, «Буря». Атака по борту. Защитник забирает шайбу. Борьба возле борта. Бросок. Вратарь на месте, он не прикрыл шайбу. Дмитрий Пономарев ругается на своих игроков. Что-то ему не понравилось в этой атаке. Думаю, дальше будет лучше. Сбрасывание в зоне КСК. 29-я секунда. Уже был очень опасный момент. Сбрасывание. Выигрывает команда КСК. И сразу же контратака. Но защитник Юрий Елькин успевает к этой шайбе. Выброс не получился из зоны, опасный момент. Игра идет за воротами команды «Буря». Силовой прием. Еще один. Игра обещает быть жаркой. Вот контратака команды «Буря». Тут туалет ставит. Отводит. Пас на Макарова. Пас на Дмитрия Пономарева. Дмитрий Пономарев. Наброс на ворота. Гол! Дмитрий Пономарев забивает гол. Очень быстро открыт счет. Минута 13. А он забил прямым броском? Да. Или все-таки был рикошет? Скорее всего, был прямой. Посмотрим, что нам огласит Олег, который отвечает нас сегодня за табло. Дмитрий ругается даже на Олега. Вроде все хорошо. Ну, эмоции, хоккей. Хоккей, жара. Его шайбы команда «Буря». Дмитрий Пономарев шайбы. Начинает атаку, там входит в зону. Ай-яй-яй, прострел. Никто не откликнулся на этот прострел. Шайбы команда «Буря»
собрать ничего не получается. Ой-ой-ой, это удаление. Толчок на голову. Да, удаление. Игрок ЦСКА допустил жесткий фол нападение в атаке. Команда ЦСКА играет на чистке. Посмотрим, есть ли у Фури какая-то заготовочка на большинство. Ребята, есть насущно с хорошим. Это старт лига. Бросок не получил. Еще бросок. Вратарь на месте. Шайба у Юрия Инкина. Я Макаров шайбой. Пас на Дмитрия Пономарева. Дмитрий Пономарев шайбой. Ай-яй-яй, не получилось. Бросить у него. Шайба осталась у команды Фурия. Все, выбросили игроки КСКА. Вот первое касание вратаря команды Фурия Сазанского Вадима. Дмитрий Пономарев шайбой начинает атаку своей команды. Илья Макаров шайбой. Ай-яй-яй, какой хороший прострел. Команда КСКА выводит шайбу и устремляется в контратаку. Илья Макаров. Это у нас был Безганов Александр, 19 номер. Не дал атаке КСКА развиться. Бросок. Сазанов Вадим на месте. Сегодня будет очень много зависеть от вратарей. Игра обещает быть равной. ЦСКА провела атаку в меньшинстве. Бросание остается за командой ЦСКА. И сразу же шайба приходит к Фурию. Шайба и Илья. Верховцев. Илья Макар. Верховцев. Бросок. Вратарь на месте. Ой, какая дерзкая борьба у нас на площадке. Шайба выбросана в зону команды Фурии. Юрий Елькин шайба. Обратно Пономарева Дмитрия. Дмитрий Пономарев обратно. Небольшая неразбериха. Фурия играет в большинстве. И такое чувство, как будто в меньшинстве. Так, Илья Макаров разгоняет атаку. Нельзя, нельзя брать игрокам Фурии шайбу, нельзя. Команда Фурии шайба, Юрий Елькин. Так, нельзя. Все. Пускай играть в полном составе. Сразу же может быть контратака. Чуть-чуть не хватило опыта игроки команды КСКА. Борьба в углу площадки. ЦСКА шайбой. Но грамотные действия Дмитрия Пономарева приостановили их атаку. Остановили. Я сказал так. ЦСКА все равно находится шайбой. Вот Дмитрий Пономарев может убежать один. Ой, какой гол Дмитрий Пономарев. Просто на опыте. Гол на опыте. Практически с нулевого угла. Вторая шайба Дмитрия. Очень интересно понаблюдать сегодня за ним. Напомню, что Дмитрий организатор турнира «Ледяная хоккейная лига» и тренер команды «Аванта». Идет
пятая минута матча. Команда КСК пытается навязать борьбу, но у них пока ничего не получается. Илья Макаров с шайбой. Решил сам начать атаку. Как хорошо у него получается. Илья Макаров. Это гол. Мне кажется, там гол был сразу. Да, она просто выскочила, скорее всего. Ну, Олег Дубко тоже был. Быстро сориентировался, был на отскоке. Посмотрим, на кого запишут эту шайбу. Счет 3-0. Дмитрий, я смотрю, КСК тренер появился. Или кто это? На скамейке запасной КСК игрок, который получил прошлый день травму. Ага. Сегодня он выполняет некую роль тренера, менеджера команды. В общем, даже на травме человек помогает как может своей команде. Команда «Фурия» с шайбой. Рисунок игры пока не меняется. Ну вот, ЦСКА перехватила шайбу. Сброс в зону. И тоже Дмитрий Пономарев находит шайбу. Спокойно ее пробрасывает. Олег будет по шайбой. Олег начинает атаку. Все-таки шайбу засчитали на дудку Олега. Макаров Илья ассист. Зашла она с прямого броска. Это я говорю про третью шайбу ворота КСК. А пока все так же. Фурия в атаке. Так, сбрасывание в зоне команды КСК. Не сдуются ли они где-нибудь в середине игры? Вы про команду? Да. Так просто резко. Усеченный состав? Да. Ну да, но как видим, на скамейке Фурии всего 3 запасных игрока. Полторы пятерки. Ну, ребята боевые, я думаю, им этого тоже. Хоккей не то дело, когда количество приходит в качество. Хотя и у КСК неплохая банда. Но на скамейке у них, как минимум, мне кажется, сколько там? 2-3 пятерки. Наверное, пару человек не хватает, чтобы у них было 4 пятерки. Ну, посмотрим, сколько физики у ребят из Фурии. Так, шайба от Дубко Олега. Пас на Илью не пошло. Илья заходит в зону. Идет борьба в углу площадки. Сброс. Чуть-чуть не получилось. Прострел ворота. Дмитрий Пономарев шайбой. Спокойно, на опыте. Дмитрий делает свое дело. И начинает атака. Начинает атаку, все, Дубко Олег шайбой. Месте. Напомним, на воротах команда КСК Сычерлачев Владимир. Юрий Лосок в аватарь на месте. Делает свое дело. В 45 команда КСК будет играть в меньшинстве. Сбрасывание. Так, сбрасывание остается за командой КСК. Выводят они шайбу и пытаются убежать в атаку. Чуть-чуть не хватает. Так. Шайба у Рудникова Александра. Бывает. Рудников Александр шайбой. Пас на Олега тут.
хорошей шайбой. Не получилось у нас. Юрий Юлькин успокаивает игру. Так, на Олега Дудко. Илья Макаров. Олег Дудко на Илью. Макаров. Ой-ой-ой, какой хороший был. Не получается. Юлькин на Илья. Вот сейчас мы выйдем хорошую большинство команды. Зона закрыта Александром. Наброс на ворота. Ой-ой-ой, Илья Макаров. Олег Дудко не получается. Сорвалась шайба. Команда КСК пытается выбрать шайбу. Ничего не получается. Юрий, пас на Олега. Идет у нас борьба в углу площадки. Шайба у Ильи Макарова. О, это подножка. Нет, я ничего не вижу. Не могут вывести шайбу из своей зоны команды КСК. Вот сейчас у них это только получается. Юрий Елькин будет начинать атаку своей команды. Шайба у Ильи Макарова. Будем в зону спокойно, ходит, ничего ему не мешает. Отход поворотом, стоит на месте. Команда КСК играет в полном. Все, игроки КСК завладели шайбой, но не могут выйти из зоны, не получается, очень плохо встречают игроки в туре. Так, шайба у Юрия, Юрий бросок, вратарь на месте. Идет 10-я минута первого периода, по-прежнему счет 3-0. Роман, вы... У нас, как и в прошлом, в этой будет интрига за 10 соперников. Тут я даже не могу ничего сказать. Все возможно, все возможно. Не, ребята из КСК должны забить было, я думаю, не один. Да. И шайба у нас опять у команды игроки. Они, нет, ребята быстрые, активные. Ну, они и количество могут дать, хотя и игру. Количество в качество редко перерастает, но все же игроки Фурии подустанут немножко. Ну посмотрим, игра покажет. Пока игра подуспокоилась, пришла такой средний темп. Пока всего лишь первый тайм. Игроки Фурии атакуют, давят, атакуют. Павел Дмитрий Пономарев. Ай-яй-яй-яй. Юрий Елькин как толковый хоккей. Илья Макаров на Верховцева. Эй, кто у нас такой, который номер? Макаров Илья. Никакого. По-прежнему в атаке игроки команды Фурия. Очень жесткая борьба за воротами. Воротарь вступает в игру. Отлично. Кулька пытается перейти к нападению, но ничего он с этого не выходит. Нужно ребятам собраться. Ну что, я думаю, в перерыве они подумают, сделают работу над ошибками. Все у них получится. А у нас по-прежнему в атаке игроки команды Фурия. Полный контроль шайбы, спокойно, без лишних движений. Все на опыте. Дмитрий Панарев, пас на Илью Верховцева. Илья дает пас на Юрия Елькина. Юрий Елькин на... Ай-яй-яй-яй-яй, девятый номер. Это у нас кто был? Коробок не обещал. Видно, мало каши съел. Раз поворотом сейчас, не против. Все возможно, все ворота были. Это, друзья, я уже видел 4-0 на том был. Ну, чуть-чуть ему не против. Ой-яй-яй, куда этот парень летит по 19 номерам команды КСК? Забыл, это... что такое тормоза? Нет, это просто может плохо закончиться. Ой-ой-ой, убирать закладывал Илья, не получилось немножко. О, шайба у Дмитрия Пономарева. А это значит что? Что сейчас начнется атака в поле. Пошла Илью Макарова. Илья, наверное, уже убирает игрока. Берет игру на себя, идет сам. Будет бросок? Нет, он поделился с шайбой, с коллегой. 19-м номером Ильгановым Александром. Так, шайба. Ой, Дмитрия Пономарева. Пас на Юрия Елькина.
Елька делает улиточку. Шайба вышла в зоне. И вот. Борьба. Дмитрий Комаров с шайбой. Красотик, защитник берет на себя огонь. 19 номер. Что он метит? Что с ним такое? Видимо, какие-то старые счеты у него. Нормальный бойц. Тут между... Чуть-чуть не хватило команде ТСК. Бросок номер 1 от Дмитрия. И сразу идет на нервную команду. Игроки КСК начинают свою атаку. Ай-яй-яй-яй-яй, ошибка какая. Бросок поворотом мимо. Мирьякин с шайбой. Воротников Александр. Пас назад до Олега. Олег заходит в землю. Илья Верховцев бежит, он мог ставить шаг, а он не доходит. Ничего не получается в созидании у игроков КСК. Нужно что-то делать с этим. Ну что, коллега, тут там защитник снова потушает. Они даже не могут перестать. Ой-ой-ой, мне кажется, в этом матче будет драка. Вот такой хороший пас от Ильи, и Олег немножко растерялся на кудачке. Удаление от команды Фурия. Нет? Нет, судья, главное, не отреагировал, потому что показал удаление. Но главное, не отреагировал. Главное, чтобы судьи не упустили нить игры. Много-много силовых приемов, с ним даже немножечко грязных силовых приемов. Но это хоккей, мы что видим? Так, шайба, игроки команды КСК. Входит в зону, бросок поворотом. И вот, наконец-то, казанский Владимир не понял, что он там есть. Очень спокойно. Я даже скажу так, что я теряю шайбу. Роман, не теряйте шайбу. Ну так, как говорится. Самое главное, чтобы вратари не теряли шайбу. Да. Так. Шайба, кто у нас там? Это Дмитрий Пономарев. Ай-яй-яй, бросок коллега. Вратарь парирует. Вратарь сегодня хорошо справляется с своими задачами. Юные болельщики ходят. Наш первым делом контроль. Идет 15-я минута первого периода. Счет по-прежнему 3-0. Это за командами ЦСК. И вот первый возможный момент. Выход 1-0. Ну, чуть-чуть слетает шайба с 17 номера и сразу его вот отвечает Елькин. 1-0 не удался. Было так близко. Я говорю, драка будет сегодня. Сегодня матч жаркий. Матч жаркий. Сейчас скамеечку штрафников у нас отправляется Юрий Елькин. Номер 14. Твое ощущение, что провоцирует? Пока я не могу понять, кто кого. Кто-то кого-то провоцировал. Посмотрим, что есть. Заготовленного на большинство у команды КСК. Так, сбрасывание остается за командой КСК. Идет игра за воротами. Ой-ой-ой, какой был набрал. Шайба на сетке. Остановка игры. Ну, видно, ребята с команды КСК по ходу игры немножко темп прибавляют. Я думаю, это будет результативные плоды. Шайба, бросок поворотом, подставление чуть-чуть не получилось. Игрока команды КСК, 17 номер, это кто у нас? Это у нас Наскок Александр, на 3 атаки. Бросок, мимо ворот. Все,
шайба вышла из зоны. Придется начинать атаку по новой команде КСК. Напомню, команда КСК играет в большинстве. Раскатывается, раскатывается. Бросок, но не получается. Верхов со Ильей встречает. Как он все делал просто. Молодец, Илья. На твердую пятерку отработал этот момент. Так, ну шайба по-прежнему команда КСК. Еще минуту с ним играть в большинстве. Кроме броска мимо ворот, я больше ничего не увидел в этом большинстве. Так, наброс на ворота. Некому подставить. Какая силовая борьба идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, проброс. Вдоль борта. Дмитрий Поварев шайбой. Все делает очень просто. И тут можно бежать в контратаку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жестко встречает 9 номера Старобыхина Владислава. Дмитрий Поварев шайбой. Шайбой Илья Макаров. Обратно Дмитрию. Ребята просто тактично и грамотно бывают. Вот. Момент увели Верховцева. Илья. Классно, Вадим, не получилось. Мог бы там атаковать. Да, Илья мог делать сам. Но решил отдать пас коллеге. Остается секундочки большинства. Все. Команда Фурия в полном составе. Опасный момент. Бросок. Воротарь на месте. Воротарь на месте команды Фурия. Справляется со своей задачей очень хорошо. Вот это был удар. Неплохой был. А лед плавится от таких страстей. Возьми этого морек. Сейчас он немножечко успокоит. Этот парень умеет делать. Ой-ой-ой. Встретили хорошо его. Как думаешь, удаление? Удаление, конечно. Блокировка. Команда Фурии. Вот шайба Юрия Енькина. Бросок. И снова Хорватюк Владимир. 18-я минута матча. Атаки команда Фурия играет в большинстве. Наброс на ворота, подставление. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не красиво. Шайба вышла из зоны. Придется опять начинать по новой. Надеюсь. Уже играл Пономарев, после этого столкновения все в порядке. Потому что он уехал на скамейку, пока не уходит. Так, Ездин Юрий шайбой начинает атаку. Спокойно, спокойно скатывается в зону. Бросочка. Привет. Подстрел. Воротарь на месте. Еще наброс. Еще наброс. Ай-яй-яй, шайба вышла из зоны. Привет, команда Фурия начинает атаку по новой. Юрий шайбой. Как хороший пас на Олега. Олег расстрел вдоль. Шайба ворот. Шайба ворота. Курьезный гол. Олег ушел. Убивает второй гол. Нас на бомбу. Два гола у Дмитрия Пономарева. Два гола у Олега. Будет. Илья Макаров не побежал ассистентский хитрый. Посмотрим, как он справится с своей задачей. Счет у нас 4-0. Минута 20 до конца первого периода. Илья едет пританцовывая. В прошлой игре он взял на воротах и танцевал там. Этот парень Илья Макаров. Здравствуйте. Мне не нравится ключи игрока КСК.
Все, ребята справились с своей задачей, большинство заплыли. Олег хотел сыграть красиво, но там никого не было. Игроки команды сыграют шайбой, пытаются начать атаку. ТСК завладела шайбой и просто выкинула ее. Так как команда Фурия Прессингует игроки. ТСК выходит из-под прессинга, начинает свою атаку. Не хватает немножко скорости ребятам из ТСК. Чуть-чуть. Между делом у нас пошла последняя минута первого периода. Игроки уже докатывают 5 секунды. Я думаю, в этом периоде уже ничего у нас. А нет, смотрите, какая ошибка при выходе из зоны. Идет борьба за ворот. Но мы верим в них, верим в этих ребят. Вот ответная атака. Команда Фурия. Бросок. Конец первого периода. Счет после первого периода 4-0. Приветствую вас снова, дорогие зрители, любители хоккея. Мы начинаем второй период матча Фурии команды КСК. КСК выигрывает сбрасывание, но почему-то шайба оказывается у игроков команды Фури. Фури в атаке. Нет, отвоевывают защитники шайбу. Начинают свою атаку. Брос в среднюю зону. Вот, вот. Может что-то получиться. Бросок поворотом. Вратарь на месте. Бросочек идет в копилочку вратаря, наверное, нежели игрока. Играем, играем, пропроса нету. Вратарь покинул свое владение. Шайбой командой КСК пытается начать атаку, но ничего. Ничего не получается. Проброс. Едем в зону команды КСК. Так, Роман, что мы ждем от второго периода? Голов, голов, скорости. Главное, чтобы не было травм. Да. Потому что ребята настроены очень жестко. Вот как грамотно Дмитрий обокрал нападающего команды КСК. Все на опыте, все спокойно. На ровном дыхании. Дмитрий Пондарюк начинает атаку своей команды. Треба Илья Макарин. Проходит среднюю, спокойно, заходит в зону. Отдает пас на Олегову, что Олег бросок, вратарь на месте. Вратарь решил вести игру сразу шайбу идет. Команды КСК выбрасывают шайбу в своей зоне. Но Фурии все дает и дает. И мало четыре шайбы, они хотят больше. Ай-яй-яй, прострел Олега, Илья Верховский чуть-чуть не замкнул эту передачу. Ай-яй-яй, не получается немножечко. Игроки команды Фурия. Илья Макаров берет игру на себя. Кто откликнется на его передачу? Дмитрий Пономарев, бросок, вратарь на месте. Шайба Олег Гудко, бросок Юрия. Защитник прикрывает путь шайбе. И тоже атака ТСК. Нет, 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 ребята не могут. Что же не хватает там, коллега? Фурия очень хорошо атакует. Но атакует-то хорошо. Почему КСК не может начать атаку? Такое ощущение, что они заботали. Зачем пришли сюда? Наверное. А нет, это мы шутим. Ребята знают, зачем сюда пришли. Я верю. Ты школу подбили. Середина вратаря Толя. Ошибка судьи. Правда, не переходит в этом. Судья ошибся немного.
старые игроки команды «Фория». Спокойненько, спокойненько начинаем свою атаку. Вот какой бы хороший пас. Бросок. Вратарь на месте. Вратарь делает свое дело спокойно. Так, Шайба перехвачена. И вот пытается убежать в контратаку. Ну нет, Илья Макаров не дает им этого сделать. Ой-ой-ой, какая ошибка. Бросок. И все срочно. Как конфетку поймал. Это Шайба, вратарь команды «Фурия». Прям в руку. Не прям в руку, это вратарь прямой. Это не зря играет. Вратарь команды «Фурия». Команда «Фурия». Вратарю приходится вступать. Дело для того, что хотел и пойдет. Так, бросание. ЦСКА бросило. Чуть-чуть не хватило капитана команды ЦСКА открыть счет в этом матче своей команды. По-прежнему счет 4-0. В атаке команда «Фурия». Шайба приходит в угол площадки. Последний Макаров, я Макаров. Дмитрий Пономарев закрывает зону. Ай-яй-яй-яй-яй, наброс на пятак, не нашел своего адресата. Дмитрий Пономарев с шайбой. Бросок. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть не хватило, шайба нырнула за ворота. Дмитрий Пономарев недоволен. Недоволен Дмитрий. Игрой своих подопечных. Хотя почему недоволен? 4-0. Игра складывается очень хорошо для его команды. Но это мы потом в раздевалке спросим, чем он говорит. Пока смотрим хоккей. Он, наверное, хочет больше. Ну, возможно. Может, что-то его не строит. Может, он выполняет его установку. Но между тем, Макаров Илья и 5-0. Очень просто. Хладнокровно. Илья меняет счет на табло. Красавчик. Да. Видимо, Илья Макаров услышал крики Дмитрия Пономарева и решил вот успокоить своего. Чтобы он улыбался. Чтобы он радовался, да? Пятая минута второго периода. Счет 5-0. Пользу команды «Фурия». Так, сбрасывание выигрывает команда «Фурия», Илья Макаров. Передача Дмитрия Пономарева. Дмитрий Пономарев ждет. Хороший пас на Олега Нутна. Ой, бросок, вратарь на месте и решил остановить игру. Тут правильно все четко. Сбрасывание в зоне команды «ЦСКА». Идет. Борьба. Вратарь команды «ЦСКА» останавливает шайбу. Чуть-чуть, так сказать, успокаивает игру. Сбрасывание в зоне команды «ЦСКА». Шайба остается за игроками «Фурия». Бросок к поворотам. Поставление нет, не получилось. Еще бросок. Площадки, идет борьба. Шайба Олег Дудко. Олег хотел повернуть ее. Шайба у Дмитрия Пономарева. Наброс, вратарь на месте. А что такие набросы, как у Дмитрия, перетекали с голы, нужно вставать перед вратарем. А кто у нас играет? Правильно, у нас игра пока. Почему он не мешает вратарем? Об этом мы тоже спросим в раздевалке. Коллега, вы говорили, чуть-чуть силы будут покидать игроков команды «Фурия». Что-то не капельки не заметно. Они передохнули скорее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выход 1-0.
Они очень хорошо передохнули. Видимо, да. Еще бросок, брат, это меч. Команда КСК перешла в нападение. Удаление в команде Шуя. Я так понимаю, это для Борьбы уходит. Бросок максимум. Сейчас посмотрим. Как уходит из Москвы. Ну ладно, Дмитрию надо передохнуть. Немножко успокоится. Передохнет. Ну, пойдем как он. Пока смотрим по всему, как он решает. Так, Сайба, кстати, за игроками КСК бросок. Немного не точно бросок. Сайба остается в позиционно. Так, как посмотрим. Старается этот шайбу отыграть. Фурия как-то здесь вперед. Пока мы не другу как-то. А ребята из КСК навязывают борьбу. Но это не конкретненько. Так. Ой-ой-ой, Илья. Нет. Надо было похитрее сыграть. Нельзя. Вот, хорошее решение от игрока КСК. Ой-ой-ой, как он... Вот и контратака Дмитрия Пономарев с шайбой. Решил зайти и выйти. Ну ладно. Чуть-чуть успокаивает игру. Шайба Дмитрий Пономарев. Передача на Илью Лисковского. Илья, беги, беги, Илья. Вот, шайба, Илюша. Какая там идет жесткая заруба за воротами. Игроки КСК остаются с шайбой. Это больше похоже на проброс. Нет, мне не хотят. Проброс. Игроки команды Фурия. Команда Фурия. Игроки перескакивают со шайбой. Как он ей машет эти клюшки, как косочки. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть дотянулся Илья Макаров. Ой, как хорошо он ушел от силового, грамотно и красиво. Если бы еще забил, бы просто была бы конфета. Наброс на ворота. Дмитрий Пономарев шайбой. Кажется, идеальное мастерство. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не дошла шайба до Юлии. Сейчас команда КСК преследует защитника. А, это не защитник, это центральный Ильяна, кажется. Он успевает и тут, и там. Он везде. Как в мультике. Вашу маму и тут, и там показывает. Так же он и там, везде успевает. И на воротах успевал в прошлой игре. Ладно, забудем про прошлую, смотрим эту игру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поколение игроков Фурии приводит к контратаке команды КСК. Какое легкое оружие. Ничего бывает. Капитан команды КСК вовремя подходил шайбу, зашел и бросил. О, 2-0. Какой он капитан, чтобы носить его в
хочет меня. Только на полицей забивает гол. Пока что 2-0 на этом периоде. Второй период. Или 2-1? 2-1, Илья. 2-1. 2-1. Ой-ой-ой-ой. Что там происходит? Орудие своего потерял боец команды КСК. Выползает из зоны. Но нельзя было шайбу убрать, потому что игрок был не запомнил. Шайба выносит со среднего зоны. Идет 9-я минута, 2-го приводит. Опять. Борьба, борьба. Хорош, скатись на фоне слота. Шайба у Дмитрия Пономарева. Пас на Илью Макарова. Ой, Илюшу своими ручками сотворит. Ну, бросочек будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Я давал такой шикарный пас. Вот еще один. Бросок под Дмитрия Пономарева. Воротарь на месте. Я жду от Дмитрия Пономарева щелчок. Он все скистеет и скистеет. Я жду хороший щелчок. Чтобы сетку порвал. Может быть? Может быть. Может быть такое. Так, ребята с КСК пытаются забрать шайбу. Бросок от Дмитрия, вратарю попал в каску. Неприятный момент для вратаря КСК. Еще на бросок. И вот он, 2-0. Вот третий гол забивает. Второй гол. Второй гол. Второго номера Ильи Макарова. Макаров Илья, у нас сегодня против сегодняшний капитан. Битва капитанов. Считаю, сколько голов забьет. Просто там капитан себя проявляет. Товарищ Илья, вратарь там быстрее, товарищ КСК. Вот это не было видно, видели, но он был быстрее. Так, в атаке игроки команды Сурения. Защита делает свое дело. Все по средней зоне. И вот, атака с КСК. Нет, там все почищено. Пятая минута матча, 2-6. Еще много голов сегодня будет. Ждем, ждем. Больше я жду голов, конечно, от команды КСК. И вот он, может быть. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы побежали пойти команды КСК атаку. Но одного не получилось ничего. Но продолжаем атаковать действия команды КСК. Наброс на ворота. Шайба теряется из защитников команды Фурия. Шайба в средней зоне. Илья легко пропускает атаку. Чуть-чуть не получается. Заходит. Ой-ой-ой, какой Илья настырный парень. Все-таки залез во второго раза. Зона. Выходит за ворота. Наброс на пятачок. 3-0. Ай-я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 й-
правилам. Аккуратненько, все нужно. Бросок Дмитрий Пономарёва. На месте. Вратарь делает свое дело. Я думаю, если бы не воротать, то что только задействовать. Да.
там, и там. Не, ну нагрузки намного больше вратаря с ЦСКА, намного больше. По броскам раза в 2-3 перекидывают команду. Ну, на данный момент. В середине игры. Посмотрим, что поменяется тренировка. Шайба остается у игроков ЦСКА. Неточный пас. Игра переходит в среднюю зону. Мне кажется, Дмитрий Пономарев сегодня голос творил. Его слышно, что ты парень. Недоволен, недоволен. Шайба ушла за поле. Погулять. Мы же back system of down. Так, сейчас на средней зоне. Там остается у игроков. Так. Инстан начинает свою атаку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это пробой. Так они не подкидывают, а? Продолжаем наслаждаться этим правом. И хоккеем в исполнении команд Мурия и ЦСКА. Там какой-то напряг против. Ну, этот игрок под номером 19 ЦСКА в первом периоде еще грубил откровенно. Сколько ему не нравится, может старый что-то опять. Но все-таки хоккей. Так, вброс в зону, но не получилось немножко. Проброс. Добавить Илюшу Мо... А, это не Илья, а это был Александр. В масках ребята путают. Для меня масочки все надо. Проброс не дал судья ребятам заменить. Ну правильно, при пробросе нельзя менять пятерка, которая была на льду. Схитрить хотели? Схитрить хотели. Трасса начинает опять закипать. 7 минут осталось на втором периоде. Счет по-прежнему 6-2. Команда Фури начинает свою атаку. На площадке. За ворота. Ой-ой-ой. Очередной проброс. Нет. Судья кричит игру. И Дмитрий Пономарев включил ручки. Уходит уже от третьего. Щелчок. Ай-яй-яй, принимает на себя. Вот так я ждал этого ЦСКА, но не дошел. Давай. 19-му номеру ногу чуть-чуть отсушил. Скорее всего. Да, что-то он его подкидывает немножко. Пожелаем ему здоровья. Травмы нам не нужны. Шайбы игроки Фурии. Забрасывает соперника. Проброс. Команда их финал сыграл в том моменте. Я упадшаю его. Я думаю, сейчас попрыгаю там на него. Холодный. На него попрыгаю.
этого игрока команды КСК. Игрокам КСК надо выходить из зоны. Вот, ой, какой хороший пас. Нет. Вопроса нет. Играем. Недопонимание небольшое произошло между вратарем и защитником команды КСК. Попал в площадке. Ай-яй-яй, удаление. Удар по рукам Ефима. Да что ж такое? Шайба по-прежнему команда Фури. И Лилия остается, терпит боль, остается на льду. Не надо, что было ему больно. Команды КСК в большинстве Фурии. Посмотрим, что на этот раз они покажут в большинстве. Эти ребята в черных майках. Шайба у Макарова, бросок. Ай-яй-яй. Пятачок почищают защитники команды КСК. Шайба уходит из зоны КСК. Дмитрий Поваров начинает атаку сразу же, молниеносно. Проходит по борту. Наброс на ворота. Олег Усков. Гол! Как это было сделано красиво. Этот парень сегодня делает дела. Два движения и шайба ворота. Молодец, Олег. Кринят, 13-й и 10-й номер. Вот Марин из Паренька в команде Фурии. Вот таким нужно не попадать, я думаю. Вот таким нужно, да. Попадешь куда-нибудь на волну и все. И поедешь домой на сборе. 5 минут до конца второго периода. Идет борьба в зоне команды КСК. Илья Макаров уклоевывает шайбу. Один на троих лезет парень. Ничего не боится. Ничего. Везде успевает. Ай-яй-яй-яй-яй. Олег Дудко пас на Илью. Чуть-чуть. Ой-ой-ой. Что-то по злому пошло. Ой, толчок на борт. Вот за это можно 2 плюс 2 получить. За это можно получить 2 плюс 2. Дмитрий Пономарев ругается. Видимо, не очень хотелось ему попасть по такой силовой грязной, но вот что поделать. Удаление в команде КСК. Сегодня в студии капитан команды КСК Дмитров. Судьи сегодня делают свое дело на высоте. Не дают перетечь. Грань грязная. Ну, правильно. Если мне изменяет память, главный судья на Александр Артем. Очень нравится мне этот судья. Это у нас пауза, небольшая заминочка. Куда у нас ушел вратарь? А почему вратарь ушел? Почему вратарь команды Фурии? Они решили сыграть в Геро? Ну, там за споры пошли. Ай-яй-яй-яй, немножко не
поднимать, не понимаю. Просто в моменте, когда было нарушение на Дмитрия Пономарева, Дмитрий говорил вратарю уходить, когда шайба еще оставалась у них, не было свистка, чтобы поменять нашего игрока. Вратарь немножко неправильно понял. Ну ничего, бывает. Все это мелочи. Смотрим большинство команды Фури. Спокойненько, спокойненько Юрий входит в зону с кусочком. Порезать там борьбу. Илья Макаров с шайбой. Пас на Юрия Шовцева. Илья на Юрия. Шайба не вышла, не вышла. Играем. Играем, не вышла шайба. Илья Макаров с шайбой. Ой-ой-ой-ой-ой. Илюша показывает свой богатырский щелчок. И Макаров по городу. Народ. Нравится, нравится мне этот паренек. Все становится очень классно. Борьба у нас в средней зоне. Что там происходит? Сейчас бы совсем не видно. Какая-то сутолока на пятаке. Ну все, вроде разобрались. Команда ТСК с шайбой. Не получается. Просто, ребят, не получается. Наброс на ворота. Игроки Фури. Сразу же контра пошла. Так, что там будет? Сразу в углу площадку. Ой, какой хороший пас. Ну, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Перемудрил Юрий. Перемудрил. Шайба не покидает зону команды ТСКА. Дмитрий, пас на Александра. Наброс на ворота. Воротарь делает свое дело. Шайба покинула зону ТСКА. Спокойненько, спокойненько, ребята меняются, начинают новую атаку. Ой, как по футбольному Юрий сейчас пас отдавал. Ну, а выдавал парень. Так, шайба. Илья Макаров. Одного убрал, второго, третьего, четвертого. Ну, пятого. Пятого не убрал. На месте. Минута 0.5 до конца второго периода. А нам тут немножко огонька от немецкого коллектива Рамштайн. Так, сбрасывание остается игроками ТСКА. Я думаю, минуточку надо спокойно доиграть, перевести дух в перерыве и
выйти по-новому. Ребята могут, коллектив-то неплохой. Ой-ой-ой, чуть-чуть не прошел этот раз. Юрий Елькин шайбой. Один Макаров. Бежать, мне. Ой-ой-ой, не ошибается. Бросок, гол! После ошибки Ильи Макарова. Крестьян забивает третий гол. Кайфер, если я не ошибаюсь, забил 15 номер. Доигрываем второй период. Остается 10 секунд. Спокойненько. Нет, это не уходит. Ой-ой-ой, какое опасное подставление от Ильи Макарова. Возвращаемся на ледовую арену Северная Олимпия Эвро. Продолжаем смотреть матч между командами Фурия и КСКА. Третий период. Счет 3-8. В атаке команда Фурия. Следует игрок в зону. Защитники почищают. Спокойненько. Юрий накручивает двух соперников. Шайба выходит из зоны. Не получается убежать в контратаку игрокам Фурии. Защитник чуть тяжело не было, не привез. Нет, смотрите. Выпускают шайбу игроки команды Фурия. Линия в команде Фурия. 19 номер удален. Это у нас Александр Иска. Кстати, мы уже увидели большинство и только команды. Обе команды присутствуют сегодня отличились. Так что ждем футбол КСК. Здравствуйте. Шайба выходит из зоны. Чуть-чуть не хватило игроку, чтобы закрыть линию синюю. Фурия навязывает борьбу в зоне. И на таких убывает время большинство для команды КСК. Шайба в средней зоне. Наброс на ворота. Вратарь на месте. Опытные игроки. Ой-ой-ой, какая ошибка. Шайба покидает зону. Более. Это на руку кто-то игрока в Фурии. Добрый болельщик вернул ее обратно. Минуту 17. Большинство играть в команде КСК. Времени много. Шайба остается в зоне. КСК переходит в позиционную атаку. Ай-яй-яй-яй-яй. Немножко не точно, если она выходит из зоны.
Юрий. Опа, улиточка. Опа, еще одна. Какой хороший пас на Олега. Ай, Олег. Кто-то нашел на льду Олег. Потом он расскажет. Кто-то нашел. Монетки золотые у нас. Поделиться с игроками. Надеюсь. Ай, Олег вышла. Кто ему поможет? Не слышит он Дмитрия. Дмитрий кричит так, как только кричит. Мимо. Но Олег его не слышал. Ой-ой-ой-ой-ой. Это мне. Что они сегодня у нас находят, игроки? Он ждет в полку. Бывает же такое, шайба круглая, лед с пользой. Ну его же залили недавно. Ну, в полном составе игроки команды Фурия. Начинают свою атаку. Шайба опять покидает поле. Кто-то шайбе не нравится. Не хочет она кататься по льду. Удар 77, ударил 10-го. Силовый прием хороший был. Шайба игроки команды Фурия. Пошла борьба, такая хорошая. Жестко-жестко ребята борются, жестко. Еще раз повторим, это хоккей. Настоящий мужской хоккей сегодня мы видим. Очень много силовой борьбы. Много эмоций. Ой-ой-ой, какая там заруба, просто заруба идет. Там не такой голову просто. Еще Дмитрия Пономарева пропадает в защиту. Минуты полторы, наверное. А так Фурия выпускает игроков. Просто выпускает. Ну вот, контратака команды КСК. Браток. КСК остается шайбой. И тут же на контратаке ловит Юрий Якин. Выходит 1-0. Браток, ворот. Гол! Красивый гол! Этим сделал свое дело. Поймал, двоим угнал, мальчик был. Чуть-чуть не повезло вратарю. На 6-й минуте матча счет меняется. 3-9. Хороший такой команды. Брасоня, второго кольца. КСК начинает атаку и теряет КСК. Разные игроки команды КСК переходят в атаку. Ай, чуть-чуть ухватило зону выйти. Юрий Елькин бежит еще за одной. Пас на Олега Зубко. Олег бросок голову, но бой честь его. Последнего автомобиля. Просто громила. Хороший бросок. Хороший. Без шансов до вратаря. С таким уважением к вратарю КСК. Это было без шансов. Счет становится 3-10.
продолжаем этот увлекательный матч. Подоспел, где надо, все сделал. Последний Макарова. Да, Макаров дает пас. Пятому номеру. Капает в зону соперника. Идет борьба в углу площадки. За ворот. Ой-ой-ой, какой хороший пас. Но вот бросок. Вратарь на месте. Вратарь два раза сделал все. Это все потому, что я дал ему свою клюшку. Везучая клюшка? Везучая. Я шучу, воротать в порядке просто в команду Фурия. То есть там начинает вновь всю атаку. Бросок. Наоборот. Борьба в углу площадки. Слушай, Луи Макаров спокойно выезжает. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас вот такой бы был сольный проход Олега. Зона, зона, зона. Небо выносит на средний удар. Пас на Люнику.
сейчас входит в зону. Ой-ой-ой. Кто-то перебрасывает шайбу. Ай-яй-яй-яй-яй. Олег, чуть-чуть не хватило. Опа, вставление. Уже прибыль шайба. Вот ворот близко. Наброс. Защитник берет на себя шайбу. Олег Дурс. Наброс на... Ой, блин, попал. Он все, игрок опять. Но он мужественно продолжает бежать. Наброс на ворота. И воротарь на месте. Говорит, я не знаю, я здесь. Ой, как хорошо сыграно. Или она Олега Дурс. Хорошо. Воротарь накрывает. Да, если не воротарь КСК, там все будет где-то в районе 15. Да, да. Воротарь делает, что делает. Игроки Кури, наброс от Юрия Икина. Илья Макаров шайб. Ой-ой-ой-ой, как грубо там на пятачке. Кури выкидывают. Ничего. Ой-ой-ой, нет, нет никого. Хорошо от Александра. Александра не доходит. Юрий Икин. Ой-ой-ой. Как было сыграно, красиво все. Чуть-чуть удохновляет ворота. Борьба продолжается в углу. Зоны КСК не хочет выпускать их в зоны. Все бросок. Это шайба. Красивая ворота. Вот, вроде шайба за последние 2-3 минуты покинула зону команды КСК. Ребята немножко подсели. Олег Дурсков шайбой. Третий период, скорее всего, они устали уже. Да, игра по щелкам ничего уже не обещает. Они доигрывают, мне кажется, просто. Ну, хотя, почему доигрывают? Это все-таки устроит все. Чтобы дисонало до конца. Проявлять все корректно. Вот, контратака команды КСК. Бросок. Простил воротаря.
от ответка СК. Ой-ой-ой. Красиво сыграно ловушечкой вратарем. В зоне команды Фури. Осталось сыграть 6 минут в этом матче. Счет на табло 10-3. Вот очередная атака команды Фури. 3-1, бросок Илья Макаров. Вратарь отбил. Дмитрий Пономарев, Федор Ожов. Он так бежал под Ситиху. По ним просто плавился, его попал. Так, бросание. Вот это ГСК. Бросок Дмитрия Пономарева. ГСК в третьем периоде ничего не получается. Фурия знает, что да, да. За пол вратаря, то есть как получается. Этот парень не сможет играть. Прямо занимает место. Так, шайба игроки команды КСК. Шайба категорически не хочет уходить из зоны команды. Небольшое недопонимание
шайбы по-прежнему игроки команды «Фурия». Перевод. Ай-яй-яй. Тут не видно, не вовремя, конечно. Работа какая-то. Причина. Борьба. Вот, контратака. Вот бросок. Бросок. Вратарь на месте. Немножко дезориентировался. И все. Конечно. Самое главное, чтобы в нашем деле не было травм. Все. Матч закончен. Сколько еще? 3-11. Победа команды «Фурия». Всем мы говорим до свидания, до встречи. Всем пока-пока.